Субсидии составили порядка 17 миллионов рублей. Помимо финансовой поддержки, министерство участвовало в разработке дорожной карты. Это реальная поддержка, которая позволила нам выстоять в это непростое время. Это не конкурс для избранных, да, потому что информация открыта, все очень доступно, все очень понятно, там все рассказывают, объясняют. Другим предпринимателям я рекомендую смотреть и анализировать конкурсы и другие меры поддержки и участвовать. Это на самом деле не так сложно, и это все реально, надо просто брать, делать, действовать. Подали заявку на участие в конкурсе на возмещение затрат 80% стоимости станка. Советуем всем предпринимателям пользоваться этой услугой. И главное, не бояться и верить. Хочу рекомендовать всем предпринимателям и бизнесменам в Московской области обращаться в министерство с целью получения помощи и поддержки.